По части из них удалось найти взаимопонимание. Но главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны, представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины, договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения. Возможно временное прекращение боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Что завершится второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки.